Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Опять седьмой день начался на Тайване. И мы будем пробовать сейчас смотреть, что там интересного. И я вам покажу самое важное, что было в обнове. Мне Эдик, мой подписчик, показал, подсказал. Я даже не думал, но это просто эпический, самый топовый герой. И все знают, что это просто имба. Это, наверное, самое важное, что было. Самый большой плюс этой обновы, которая у нас была. То есть это самое полезное, то, что сделали разработчики. Ну, я не знаю, как на других, но на одном сервере 100%. Так, поехали. Седьмой день уже на Тайване пошел. Надо все зафармить. Смотрим. Ну, вроде то же самое. Не знаю, ничего не поменялось. Сейчас посмотрим, что дальше на волнах будет. Тыква, в общем, здесь все тащит соло. Без проблем. Надо, кстати, будет попробовать... По-моему, на втором не обновлял я версию. Сейчас я гляну на мультиплеере. А кто там у нас бежит? Ну, как видите, 12 дней, в принципе, они очень легкие будут все. То есть ничего сверхъестественного и нового здесь не будет. Ну, я надеюсь. То есть фармить, я думаю, они будут добавлять... Каждый месяц по этой локации теперь, и в каждой такой локации будет новый герой, скорее всего. Может и нет, может какие-то старые герои, либо осколки будут давать. Может какие-то скины. Вот реально было бы круто, чтобы сделали ее посложней и какие-то интересные итемы нам давали. Попробую на втором плеере, может там откроется. Ну, видите, уже пробегает, не так просто тыковки. Но все равно приходится. Без проблем. Так, а тут она, наверное, соло не затащит. Афинки. Землеройки. Нифига себе. Смотрите, какое количество. Призрачные всадники дальше идут. Ну, тут, походу, мы сольемся. Да, тут тыковка соло не затащит. Ну, как видите, то есть этих 12 дней, по сути, ничего не меняется. Вообще. То есть качаете минимального ледяку, делаете ему немного замедления, ставите тыкву и, в принципе, все. Если есть воодушки, это вообще плюс. И в итоге вот так вот все полностью волны проходятся на изи на уровне. У нас землеройки разогнались прям. Посмотрите, как замедление работает. Целей, в принципе, хватает. Единственное, что тыковка, видите, где стоит. Махат, мы прорвались, нифига себе. Ну, эти, наверное, что внизу, они все прорвутся. Короче, такая вот локация. Ничего, скажем так, сложного. А с другой стороны, уже ничего интересного в ней, я думаю, нет. То есть обычная локация, стандартный фарм. Так, есть, берем. Раз, два,
Рис. Все, есть. Так, с этим разобрались. Поехали, поехали, поехали. Посмотрим, что у нас. Может, что-то интересное новое по акциях есть. Сервер обновился. Так, это акция стандартная ихняя. Вот, блин, самый кайфовый магазин вот здесь мне, точнее, набор «Собери сам», вот мне нравится, обалденный. По сравнению с другими серваками, здесь просто реально топчик. Так, что у нас тут есть? Девятый, вообще огонь, ребят. Вот это вот реально кайф. Набрал себе девятых эмблем, наделал десяток. И не паришься даже. А вот это реально очень круто. Вот этот мне понравился магазинчик. Тут у нас что? Тут больше такие расходники. Ну и самое тоже классное, это скины. Можно добить старых героев, чего нету на других серваках. Ну, на многих серваках вот этого вот нет. По 64 коробки, это реально круто. Так, что тут у нас? Мы посмотрели. Ну, здесь классно, эмблемки хорошие. А тут... Ну, тут тоже, в принципе, эмблемы, но такие уже маска. Ну, можно один набор там себе сделать, какой тебе надо, тебе их будет хватать. 2500 камней, ну и расходники, ну, больше нового ничего нет. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Вроде как бы все. Так, хорошо, сейчас, секунду, ребятушки. Я гляну, или у меня зайдет, или запросит обновление все равно. Не пускает. У меня тут еще старая версия. Вот это вот мне, наверное, больше всего понравилось в обновлении. То, что я вам сейчас покажу. Сейчас попробую обновить, не обновит. Но оно, наверное, не запустит так. Только обновление требует. Ладно, не буду я обновлять его здесь. В общем, поехали на русский сервер. Самое, ребята, самое нужное и самая полезная вещь. И самая топовая имба. Так, заходим на русский сервер. Реально, для меня это самая важная новость была в обнове. Наверное, как и для многих, это самая полезная вещь со всей обновы. Помимо новых героев, нового имба-таланта, всякой срани, которую подобавляли, усиление локаций, они сделали одну, ну, по крайней мере, я знаю, что на русском сервере это 100% так, одну полезную и толковую вещь. Как вы знаете, у нас есть одна имба в игре. Самая крутая имба, которая просто имбовее, чем она, не может быть. И это, ребятушки, у нас теперь бочка. Называется бочкой, ребят. Вот это вот самый большой плюс, о котором мы GG молчали, точно так же, как и со скиллом Мэри. Возможно, еще что-то есть. У многих ребят есть баги новые, скидывают мне картинки. Там просто, ну, трэш полный. Но вот, ребятушки, у нас наконец-то бочка стала бочкой. Раньше это был налетчик, ну а теперь на русском сервере, по крайней мере, бочка есть бочка. И это, наверное, меня больше всего радует со всего обновления, с того, что они сделали для игроков. Атака фортов похерена навсегда благодаря Ронину, Фрей, они ни хрена не поменяли. За пределе ни хрена не изменили, еще стало хуже намного, намного хуже стало. Новая локация, ну, стабильная, одинаковая, собираешь героя, либо шар, либо там, ну, такое. Честно говоря, блядь, 12 дней тоже такой влом фармить на каждом аккаунте, это просто писец. Все, больше от обновления никакой пользы нет. В общем, вот так вот. Такие вот, ребятушки, новости. Я надеюсь, вы тоже рады, что бочка теперь бочка. И
Возможно, что-то еще есть. Пишите там в телегу, пишите в ВК, может кто-то еще что-то заметил. Но вот это вот самая важная новость обновления и самая позитивная. Все, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.